У меня бан, что это фигня? Да разбань меня! Скажи, да разбань! Бань, ну пожалуйста, задолбал и деньги заплати! Мам, иди проверь! Какая полиция? Здравствуйте, я сержант полиции Игорь Сергеев. Поступила жалоба от соседей. Что вы материтесь? Я не матерился, орёте. Ничего не делал. Я сейчас заберу у тебя компьютер, я сейчас заберу у тебя телефоны. Будешь сидеть и делать уроки, заниматься. Да, а мам, я ничего не делал. Что будем делать? Я не делал ничего. Я сейчас убегу из нас дома. Компьютер без телефона. Все, я из дома убегаю. Куда ты собрался? Куда ты собрался? Куда ты пошел? Куда пошел? Звоните ему, друзьям. Ну, где ребенка тебя искать? Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. В чате вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. И мы добавили супер возможность владельцам сервера вычислять IP Грифера при помощи команды Voice. Прописав эту команду в чат, вы сможете узнать, где живет Грифер и троллить его. Поэтому, если вы хотите снимать ролики Антигрипшоу для своего канала на Сежокрафт, тогда становись владельцем сервера на Сежокрафт, на которого как раз действует скидка, и ты сможешь снимать ролики Антигрипшоу для своего канала. Ссылки под видео. Всем привет, дорогие друзья, срочное включение, я даже потерялся сейчас. Я только сейчас посадил Грифера в тюрьму, потому что у него было куча жалоб, он прикидывался опкой, обманул людей, и он при мне банил и кикал людей, короче. У меня не было времени снимать, я просто сразу посадил в тюрьму. А, вон он, смотрите, его ник OpVictor2006. В общем, смотрите, я не буду тянуть время. Я сейчас позову сюда людей, чтобы все знали, что здесь Грифер. Все знали, что здесь Грифер. Поэтому заходите на сервер, также всегда будете знать, что здесь находится Грифер. Все заходим, IP в описании ролика, снимаем Гриферов. Я часто их сажаю в тюрьму. Сами сажайте Грифера в тюрьму. Смотрите, такая ситуация. Этот Victor2006, кстати, 2006 это год рождения его. То есть если... отнять сейчас 2016-2006, это получается 12 лет. То есть, примерно, наверное, ему 12 лет где-то. 11, может, не знаю, может, он еще приврал. 12-13 лет. Не взрослый. Смотрите, у него префикс оп. То есть, он сам себе префикс поставил, потому что он, если не пропишем донат, владелец, только владелец сервера может у нас менять префикс. Ну, все как по стандарту, все каждый раз, как я в роликах говорю, он может у нас менять префикс. Он поменял и обманывал игроков. На это мы сейчас с ним будем связываться. Позвали сюда кучу игроков, которые... Ой, как теперь здесь все толкаются дружненько у нас. Отталкиваются, лагают, мучаются. Мне их действительно поистине жалко. И сейчас мы с вами будем как-то с ним связываться. Посмотрите, что творится в чате. В чате, посмотрите, что творится. Мне просто не знаю, как представить, как мне сейчас здесь с ним связываться. Я, наверное, попытаюсь. Давайте будем писать ему лично, например. М. Виктор... давайте напишем ему, прям, давай я тебя освобожу, пиши Skype. И go в Skype, плевать, вот так напишем, давай я тебя освобожу, пиши Skype, go в Skype. Я не знаю, смотрите, просто все, что я сейчас писал, просто это улетучилось куда-то в небытие, потому что здесь просто куча игроков. Но я обязан звать игроков на сервер, я обязан звать игроков смотреть на Грифера, просто обязан, иначе нет смысла. Я как еще раз говорю, у нас на сервере, на нашем прекрасном сервере Сежокрафт, IP которого в описании ролика, есть вот такая тюрьма без мягкого знака, как я уже объяснял, я до сих пор его не встал, просто для него здесь нет места, я не могу его вставить. Просто будь тюрьма, нормально. Сути не меняет. У нас есть команда для детей. Джейл, Ник, Грифер. Итак, я посадил Грифера в тюрьму. Мы сейчас с ним дальше будем связываться. Будем ему дальше так писать. Давай я тебя освобожу, пиши свой Skype. И, наверное, будем сейчас также с ним пытаться связаться. И как только я с ним свяжусь, я ему звоню в Skype. Ждать даже не буду. Еле-еле, друзья, выстрелил его скайп, точнее, нашел его скайп, он его написал, я там где-то его поймал, я уже сейчас просто это не найду, это просто невозможно. Но он его там написал, я его добавил, таких было 4 сейчас, но онлайн был один. И поэтому я сделал вывод, что, наверное, все-таки он. Поэтому сейчас звоним ему, звоним, прямо сейчас при вас скайпу набираем, позвонить на телефон. Алло? Алло? Да. Слышь? Слышу. Ты знаешь, кто я такой? Кто ты? Тот, кто тебя в тюрьму посадил. Ну выпусти меня из тюрьмы. С какой радости я тебя должен пускать из тюрьмы? Ты знаешь, за что тебя вообще я посадил в тюрьму? За что? Ты даже не в курсе, что ли, хочешь сказать? Нет. Как нет? Ты игроков обманывал. Я не знаю. Ты игроков обманывал.
На чё я обманывал, ничего не обманывал? Ты их банил, кикал и говорил, что ты опка, что ты типа донат выдаешь, что ты его продаешь, там админки тоже. И что дальше? Ну, так обманывал. Сам же признаешь, правильно, что игроков обманывал? Ну да, было дело один раз. Ну ты люди. Какой один раз? Ты сколько. У меня столько жалоб от игроков здесь. Ну это не я, Вась. Так у меня жалоб. Я лично видел. Я, кстати, не Вася. Я лично видел. Петя? Да, называй меня Петя, да. Я лично видел, как ты игроков обманывал, понимаешь? Это тебе глаза это... Тут посмотри, тут все в тюрьму пришли на тебя посмотреть. Да мне посрать, давай. Ты хочешь сказать, все эти десятки человек, 50, 100 человек, сколько здесь? Хочешь сказать, они врут, что ли? Ну да. Слушай, ну это несерьезный разговор. Давай так, смотри, я тебя уже в тюрьму посадил. Хоть владельцев сервера в тюрьму сажать нельзя, а я от консоли тебя посадил. Я тебя сейчас лишу привилегии. Вообще лишу привилегии. Ты что, дебил, за какой привилегии? Нет, не надо. И я тебя еще и забаню. Понимаешь? Да не надо, я покупал за деньги. Ну, тут все игроки покупали за деньги, понимаешь? И а что ты их, дальше делать? Но ты их обманывал. Да какая разница? Да ты издеваешься, что ли? Да я что, я с тобой вообще разговариваю? Твой ник же Виктор, и ты 6, и сколько лет? 12? Какой 12? Ну, Виктор, и ты 6. 12.5. Какая разница? Большая разница. Бан Виктор 1006. Все, консоль бан Виктор 1006. Да о чем с тобой разговаривать? Тебя банить надо и все. Да разбань, ну пожалуйста, задолбал и деньги заплатил, разбань. Да не. Я же сказал. Да сдал ты орать уже. Разбань. Да не. Сколько можно уже? Кто там пришел? Че за звук был сейчас? Кто-то пришел ко мне. Ну иди проверь, кто пришел. Мам, иди проверь. Че ты маму-то посылаешь? Ну чё, кто пришёл? Полиция пришла. Какая полиция? Какая полиция? Здравствуйте. Здравствуйте. Я сержант полиции Игорь Сергеевич. Участковый ваш. А что такое? Поступила жалоба от соседей. Что вы материтесь тут? Я не матерился, орёте. Ничего не делал. Да как не делал? Ты еще орал. Протокол штрафа. Какой штраф? Что случилось? Да я не делал ничего. Я сейчас заберу у тебя компьютер, я сейчас заберу у тебя телефоны. Будешь сидеть и делать уроки, заниматься. Да, мам, я ничего не делал. Потом приходила полиция штрафы налаживать. И что будем делать? Я не делал ничего. Заявление поступило? Я сейчас убегу туда к дому. Будешь сейчас сидеть и уроки учить без компьютера, без всего. Все, я из дома убегаю. Куда ты собрался? Куда ты собрался? Куда ты пошел? Куда пошел? Звоните ему, друзьям пускай. Он что? Его искать. Звоните его друзьям. Ра, есть какие-то? Не знаю, какие-то есть, сейчас будем звонить. Где ребенка теперь искать? Можно было по-другому как-то говорить? Он что? Звоните. А меня слышит кто-нибудь? Меня кто-нибудь слышит? Алло. Меня не слышат. Меня не слышат. Да, меня не слышат, походу. Алло. 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 Слышали? Скайп сбросился. Алло. Слышали? Вы прикиньте, что произошло. Пришел полицейский домой. Гриферу. А Грифер сбежал. Грифер сбежал от сотрудника полиции. Он просто убежал. Он просто взял и убежал. Слушайте, а такой вариант тоже неплохой. Просто если к тебе приходит, короче, полицейский, ты убегаешь. А чё, теперь его будут искать, мама его будет искать, наложит штраф на него теперь, на его родителей, на него-то не наложат ничего, сколько ему там, 12,5 лет. Короче, это жесть, просто он сбежал от сотрудника полиции, от мамы сбежал, мама в шоке вообще. Ну точнее, она как будто уже привыкла. Я вообще в шоке с этих игроков, конечно, у меня вообще на сервере играют какие-то вообще убийцы просто, они гриферы, просто моральных принципов. Короче, если вы хотите также снимать анти-грифер-шоу, заходите на сервер Майнкрафт, становитесь владельцем сервера и снимайте также антигрифер шоу, также получайте админку бесплатно. И еще я, допустим, раздаю людям бесплатный донат. Допустим, вот я хочу... О, просто выбираю на шар опять человека Кил, да? Я выбрал ник Киил. Смотрим. Опа! И теперь у нас ник Кил
приобрел основателя. Он стал просто основателем, просто потому, что я такой добрый и просто решил ему дать. А если вы не знаете, что у нас основатель, это не совсем плохая привилегия. Это предпоследняя привилегия, которая может куча всего. Человек просто так ее получил, потому что я захотел. Потому что я играю на сервере, как владелец сервера, просто имею право выдавать кому-нибудь донат бесплатно. Просто вот так беру и выбираю любой ник. И если вы хотите также оказаться на его месте, вдруг случайно так, то жду всех на сервере, IP в описании ролика. И неизвестно, кому выпадет удача. Он сейчас, наверное, офигевает, наверное. Он еще даже не понял, что он донат, наверное, просто. Он еще просто не понял. С вами в шоке, всем спасибо за внимание, всем пока. До новых встреч, друзья, ставим лайки. Я вообще в шоке, конечно, что произошло. И не попадайтесь в тюрьму нашего сервера. Конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере или даже основателя сервера, просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основателя, нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов, это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также можете получить бесплатно админку за убийство, вам нужно 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпасть VIP, премиум, креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки. Это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Sergio Craft. IP в описании ролика. Просто заходим и пишем команду free и получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере. Вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.